доставалось от мужа, космонавта Бориса Егорова, и Натальи Кустинской. Его актриса увела у подруги, Натальи Фатеевой. Однако счастье на чужом несчастье построить не удалось. Егоров стал изменять ей и нередко поколачивать. В итоге он бросил Кустинскую. Но удивительная вещь. Актриса до конца жизни говорила о нем только хорошее. Звонил и просил, что давай опять все сначала. Мне кошка звала. Кошка, давай начнем все сначала. Все, я без тебя не могу. Так и погиб ты без меня. Со мной, может, и не умер бы. Я любила очень Бориса.